На линии слишком много помех, и я не уверена, что мы сможем соединить тебя с Сарой до приземления. Воздушное пространство Индонезии. 12 апреля 2006 года. 14 часов 07 минут. Данные агентства на Pandora Tomorrow будут готовы к вашему приземлению. Ты был прав, это страховка Садона. Если он не сделает телефонный звонок, вирус будет выпущен. Мы проводим вакцинацию в Спрингфилде, но мы должны знать, сколько еще коробок с заразой и где они. Садона натянул растяжку, которую мы должны будем не зацепить. Это Грим написала эти заметки об оспе? Да, она в своем роде поэтесса, но нам нужно действовать. Мы облажались в Индонезии, а эти иллюстрации могли быть сделаны в любой точке Америки. Извини, Фишер, я не могу связаться с Сарой. Я все равно не знаю, что ей сказать. Это будет сложная миссия, Фишер. Мы проводим ее в сотрудничестве с Displays International. Поэтому твой старый приятель Дуглас Шетланд будет там кем-то вроде местного. Хорошо. Я могу работать с Шетландом. Что здесь делает Шетланд? Операция «Армия призраков». Он проинструктирует тебя. Ты проведешь несложную вспомогательную работу. Но основная цель твоей миссии – это Садона. Он там. Ты должен выследить его. Но не дай ему заметить себя. Как дела, Шетланд? Фишер. Боже мой, старик, ты продолжаешь появляться в самых неожиданных местах. Мне казалось, что в следующий раз мы встретимся в Штатах. Мне хочется угостить тебя пивом, посмотреть, как поживает Сара. Давай пока оставим мысли о доме. Что это за дело с армией призраков? Психическая операция отвлечения внимания. Так как горшкоголовые получили приказ обойти Садону, они наняли меня, чтобы я связал его здесь. Он должен подумать, что это направление главного удара, и это позволит Дельте незаметно проскользнуть вниз по дороге. Какая моя роль? Тебе указание должен был дать твой начальник. Я знаю, что я должен вывести из строя самолет Садона, который стоит на площадке перед деревней. А вот специальная игрушка для этого. Ну, я все равно собирался торчать здесь поблизости. Я очень благодарен. Вокруг лагеря у меня дюжина снайперов из Displays. Ты их не увидишь, но лучше поверь мне на слово, что они там есть. Приятно видеть тебя снова, Шетланд. Когда будем дома, мы попьем пиво. Рад это слышать. Нам нужно поговорить о работе, которую, может быть, ты сможешь сделать для меня. У меня уже есть работодатели, и они слышат все, что мы говорим. Хорошо. Они должны знать, что человек с твоими навыками заслуживает больших денег и автономии. Сегодня никто не должен вести войны в одиночку, особенно в нынешней нашей Америке. Ты можешь сказать мне что-нибудь о Садоно? Почему его жизнь так ценна? У моих парней было как минимум 20 шансов увидеть, что у него на уме с помощью снайперской пули. Нет, прошу прощения еще раз. На этого человека сквозь прицел смотрит десяток людей, у которых чешутся пальцы. Им очень трудно сказать «нет». Что-то слышал. Что это? Разобрались уже с тремя бутылками. За 12 часов вахты. Поэтому иди и принеси еще одну бутылку. Нет, черт побери.
Я не хочу взорваться. А почему ты думаешь, что у меня больше шансов, чем у тебя? Потому что ты помогал устанавливать ловушки. Не все. И потом, их легко найти. Просто надо быть осторожнее с проволочками. Я их не увижу, я пьян. Я выпил столько же, сколько и ты. Это только добавит тебе смелости. Помнишь, тебе нужно починить сломанную мину. Да, я сделаю это сейчас же. Будь осторожней, парень. Эй, парень, ты в порядке? Ты должен быть сейчас рядом с самолетом Садона, Фишер. Правда? Хайта, покажись! Хорошая работа, Фишер. Это позаботится обо всем, кроме людей Соты. Будут здесь. Пока не убедят американцев, что на нас не стоит тратить порох. А почему ты спрашиваешь? Ты что, не поддерживаешь Садона? Нет, нет. У меня сильная аллергия на мачете. Поэтому я являюсь ярым приверженцем Дара Дандоа. Я рад, что Садона здесь.
Возникает такое чувство, что мы работаем не только ради денег. Есть лидер, за которым хочется идти. Да, но столько казней. Это процесс повышения качества. Производительность и безопасность повышаются. Просто будь полезным и патриотичным, и останешься целым. Что-то движется. Я в лагере. Операция «Армия призраков». Он проинструктирует тебя. Ты проведешь несложную вспомогательную работу. Но основная цель твоей миссии – это Садона. Он там. Ты должен выследить его. Но не дай ему заметить тебя. Пандора Туморроу? В этом-то и дело. Мы не смогли удаленно отследить его ежедневный страховочный звонок. Поэтому ты должен будешь установить жучок. 5-й уровень свободы с ополчением Садона. Но не проявись там, пока не поставишь жучок на телефон. Все детали на твоем обсаде. Добрый день. Именно так, сэр. Все нормально. Затруднения есть? Естественно. Садона меняет код доступа дважды в день. Он нигде не записывает его. Он только устно сообщает его трем своим старшим командирам, находящимся на месте. То есть мне изловить одного из них и заставить говорить? Нет, мы должны действовать тайно. Мы не можем позволить, чтобы Садона запаниковал и пропустил звонок. Используй камеры на липучке, чтобы подслушать эти разговоры. Подробности у тебя на обсаде.
Можешь использовать камеру на липучке, чтобы подслушать код. Как тут дела? Очень хорошо. Мы идем с опережением графика. Почему? По продукту. Сегодня вечером встреча. Я хочу устроить проверку оружия. Я там буду. Хорошо. Код для большого дома сегодня 1492, запомнишь? 1492. Понял. Хорошо. В конце деревни есть особняк, из которого видна вся база. Именно оттуда Садона делает свой звонок Пандора Туморроу. Поэтому там тебе и придется подключаться. Отследи его, чтобы быть там вовремя. Что это? Добрый день. Именно так, сэр. Я волнуюсь за людей. Как так? Я хочу убедиться, что они не используют продукт. Не думаю, что они стали бы это делать. Они все хорошие ребята. Да. Но мы все равно устроим сегодня проверку вещей. Хорошо. Сегодняшний код для штаба 1492. Понятно? Да. Хорошо. Я беспокоюсь за систему безопасности. Мы в хорошей форме. Хотя мне хотелось бы, чтобы ты не появлялся у всех на виду. Не бойся, я в порядке. Пули не смогут меня найти. Да, но... Любой риск оправдывает ту уверенность, которую мое присутствие дает нашим людям. И то беспокойство, которое оно доставляет Западу. Ты видел последние выпуски новостей? Я не смотрю телевизор. Приходи сегодня в Большой дом, я покажу тебе новости. Они думают, что я настоящий дьявол. Код доступа сегодня 1492. Да, сэр. 1492. У меня есть кое-что для тебя от Грим. Мы потеряем связь через пару секунд. Впереди тебя должна быть какая-то медная обмотка или какая-то решетка. Очистительный цех — это зона мертвого сигнала. Удачи тебе с пилотом. У нас не будет связи, пока ты будешь находиться под землей. Я попробую не скучать по вам. Включите его обратно. Не надо, я простой рабочий. Я там что-то вижу. Он убит.
Самолет в порядке? Да, он почти готов к полету. Иди, не трать больше времени. Вечная грязь? Ах, слава богу, ты нашел меня. Бесчестный отход. У меня мало времени. Что мне нужно знать? Это имя. Стэнли Накарьяков. Связан с золотым треугольником. Он живет в районе Ли Юмун, Гонконга. Но никаких электронных сообщений в этой части света. Даже у мониторов есть уши. У меня надежный шифр. Я бы на него не надеялся. Японцы способны на большее, чем кажется. Откуда ты знаешь? Я видел, как исчезли еще два человека ЦРУ. Откуда ты знаешь, что это ИОС? За деньги можно узнать что угодно. Его зовут Стэнли Накарьяков, понял? Да, только один совет. Не лети на своем самолете. Добро пожаловать обратно на свежий воздух. Ты узнал имя? Фишер, пойди подключись к телефону. Об имени поговорим позже. Я убью кого-нибудь, если вся эта стрельба скоро не прекратится. Этот шум сводит меня с ума. Серьезно, у меня в ушах стоит звон. Дзинь-дзинь-дзинь. Я музыкант. У меня очень чувствительные уши. Почему они всегда дают нам этот маршрут патрулирования? Как насчет меня? Мне приходится слушать постоянную стрельбу и твою постоянную нытье. У меня такое чувство, как будто меня кто-то все время бьет по голове. А это идея. Осторожнее. В дом пройти совсем не так легко, как кажется. Тебе нужно дождаться темноты.
Эй! Код 05265173337388. Пандора Туморроу. 05265173337888. Пандора Туморроу. Хорошо, до завтра. Это я. Сегодняшний код 05265173337388. Пандора Туморроу. Хорошо. Это я. Сегодняшний код 05265173337388. Пандора Туморроу. Хорошо. Это я. Сегодняшний код 05265173337388. Пандора Туморроу. Хорошо. Что за черт? Хорошая работа, Фишер. Это позаботится обо всем, кроме людей Сота. Фишер, застынь и не двигайся. Шетланд заберет тебя оттуда. Мне нужна помощь! Меня атакуют! Оскорбительно поиздевался над неспособностью военных США либо пленить, либо убить Сухади Садона. Лидер партизан участвовал практически в каждом. Продавались через интернет и стали популярны во всем мире. Даже их обладатели, похоже, не знают. То есть я хочу сказать, что мы вступили в необъявленную войну и начали ее проигрывать. Я не знаю, что... Число жертв вакцинации от оспы достигло 6 человек. Правительственные чиновники продолжают сохранять...